Друзья, привет! Фикс прайс Большевиков 33, Калантай 24, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки в этих магазинах. Приятного вам просмотра. Сюда также привезли маленькие суккуленты в керамических горшочках 199 рублей и бонсай 349 рублей. Новый кашпо со вставкой на литр 800. Красивый внешний горшок с такими гранями. Есть бежевые, зеленые и серые. 199 рублей. Подсвечник называется «Триумф». Около 20 сантиметров высота. Это окрашенная сталь, только черного цвета. 299 рублей. А вот такая новинка поступила в фикс-прайс впервые. Очень похожа на икеевскую. Это подсвечник-фонарь. Дверца открывается и закрывается очень плотно на защелку. Есть такое колечко, можно подвесить. Есть белые и черные подсвечники, сталь и стекло. 249 рублей. Тяжелая и большая фигура Венеры. 249 рублей. Гипс и вода. Декоративная фигурка театр. В том году они также продавались. Есть в белом и черном цвете. И материал полирезин. Вот такую именно фигурку я покупала. До сих пор она мне нравится. Стоит около книг. 149 рублей. Поступили небольшие вазочки. Мраморная называется. 14 сантиметров. Также в крапинку. 199 рублей. Это керамика. И большие есть. 249 рублей. Готовимся к Новому году. Новогодняя копилка дракон. Около 10 сантиметров. Золотая, сделана из керамики, достаточно аккуратно. Пробка внизу сделана из ПВХ. 249 рублей. Новинка, подсвечник, называется жемчуг с перламутровым переливом. Это керамика, около 15 сантиметров. Два оттенка, 199 рублей. Классная новинка, это подсвечник новогодний домик. Примерно 10-12 сантиметров, очень аккуратный, разного цвета крыши, разные окошечки. Это керамика, пока без цены, даже с сердечками. Кислородный пятновыводитель для белого цветного белья сохраняет цвет и устраняет сильные загрязнения. 500 граммов 99 рублей. Россия. Новый ажурный органайзер 18 на 7 и 7 сантиметров высота, 3 отделения. Не подходит для продуктов. Пластик плотный, производитель Китая, серые, сиреневые и бирюзовые. Цены, к сожалению, я не нашла. Коврик для клавиатуры 80 на 30 сантиметров. Такой плотненький, нескользящее резиновое основание. Нашла с машинками, с пальмами, с тигром, с китом. В общем, выборы есть. Они такие тяжеленькие, очень хорошие отзывы. 199 рублей. Новинка, увеличительное стекло с подсветкой. Большая лупа 6-кратное увеличение, маленькая 30-кратное увеличение. Световой поток 15 люменов. Работает от батареи, которых нет в комплекте. Цена 149 рублей. Корпус есть разного цвета. Вот такие необычные коврики для ванны. Диаметр всего лишь 50 сантиметров. Такой цветочек. Противоскользящие с точки с другой стороны. Нашла несколько вариантов. Все красивые. По-моему, можно использовать в качестве сидушки, что ли. 149 рублей. Они плотненькие. Валик малярный с телескопической ручкой. Состав сталь, полипропилен и полиэстер. Ручка такая жесткая, цены пока не было. Новые коврики для ванны 70 на 50 сантиметров с очень густым коротким ворсом. Противоскользящие точки, очень аккуратно обшиты края. Состав полиэстер, поролон, ПВХ, они мягкие. И вот такие расцветки светло-серые, темно-серые, светло-бежевые, потемнее и коричневые. 249 рублей. Новые шторы 270 на 90 сантиметров с узором, похоже на тюль.
Но они плотненькие, все одного кремового цвета, 299 рублей. Китайские мочалки для душа, они очень жесткие, размер 30 на 90 сантиметров. Обожаю такие мочалки, они очень долго служат. 59 рублей, бежевые, сиреневые, голубые и зеленые. Футляр для очков жесткий, привезли новые расцветки, очень понравилось качество, размер 16 на 6,4 сантиметра, 149 рублей. Поступили новые пледы 150 на 100 сантиметров, очень мягкие, есть рисунками, есть однотонные, полосатые, вот такой мохнатенький есть, 299 рублей. На большевиков поступили наволочки 40 на 40 сантиметров, полосатые, другая сторона однотонная, очень жесткие, застегиваются на молнию, 149 рублей. Коврики, что я вам показывала, сюда также привезли. Коврик грязезащитный 40 на 60 сантиметров, шипованный, стоит 199 рублей. Тяжелый. Поступили домашние теплые мягкие тапочки. Вот такие лохматенькие. Состав полиэстер, подошва сделана из ЭВА, прошита. Написано мужские, нашла размер 40, 41, 42, бежевые, светло-серые и темно-серые, 249 рублей. Перчатки зимние с опушкой, украшены бантиком, внутри флисовый мех, очень приятный на ощупь, 249 рублей. Расцветки в ассортименте. Сюда также поступили сумки, я вам показывала. Размер 19 на 16, глубина 6 сантиметров. Они очень жесткие, внутри подкладка. Ремень регулируется. Есть бежевые, черные, розовые, синие. 249 рублей. Салфетка сервировочная 45 на 30 сантиметров. Рисунок елочка. Очень мягкая. 79 рублей. Набор баночек со специями на подставке, называется «Сувенир со вкусом», упакован уже в новогоднюю упаковку, 4 баночки. Тут и букет перцев с морской солью, и для курочки итальянские травы, чеснок, 199 рублей. Появились конфетки-батончики «Рот Фронт», 250 граммов, 99 рублей. Конечно же, я купила на пробу. Можете смело брать, очень вкусные, как прежде. Нам понравилось. Друзья, спасибо большое за внимание. Мы любуемся, продолжаем гулять по Юсуповскому дворцу. Сегодня побываем в Николаевском зале, в зале Прециоза, античный зал, римский зал посмотрим. И посмотрим родословное древо князей Юсуповых. Любуемся, напитываемся красотой. Обратите внимание на родословное древо. Начало рода начинается с 1480 года. Хан Юсуф. Остановите и почитайте. Это очень интересно.
Друзья, я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего и пока.